Сотни пластиковых окон установят в этом году в детских садах, школах и медицинских учреждениях Мурманска. Городской проект «Теплое окно» действует уже несколько лет. Но таких объемов модернизации, как этим летом, еще никогда не было. Затем, как выполняется программа в одном из муниципальных дошкольных учреждений, наблюдала наша съемочная группа. 28-му детскому саду на проспекте Героев Североморцев в этом году исполнилось 44 года. Средний возраст по человеческим меркам – обычно время внутренних перемен. Так и здание, в стенах которого воспитали не одно поколение ребят, теперь посмотрит на своих подопечных по-новому. Смотрите, мы сегодня приехали, вот даже внешне. Посмотрите, какой уютный детский сад, очень большие деревья. А почему? Потому что он 70-го года постройки. И, конечно, с 70-го года никто к этим окнам не подходил. Какое там сохранение тепла или какое там теплоизоляция? Конечно, их нужно было менять. Старых окон в этом саду пока большинство. Но серые, потрескавшиеся от времени рамы с замутненными стеклами уже совсем скоро уступят место белоснежным пластиковым пакетам, широкими удобными подоконниками. Всего планируется заменить 30 окон на двух этажах во всех 8 группах, где занимаются дети. Самое главное, что мы создаем более комфортные условия для наших малышей. То есть теплые окна, значит, меньше ребята будут у нас болеть, будет тепло. Это самое главное. Воспитатели признаются, когда на улице бушевал сильный холодный ветер, старые окна не выдерживали. Неизбежные для деревянных конструкций щели приходилось заделывать собственными силами. Но даже несмотря на контрмеры, попытки поддержать необходимый температурный режим превращались в постоянную и отчаянную борьбу. Вы знаете, было прохладно, в некоторых группах было прохладно, конечно, утепляли своими силами, как могли, ну вот всем, чем только могли. Вплоть до пены. Завершить все работы, как и положено, планируют до 1 сентября, когда большинство детей поведут на занятия. Помимо стеклопакета, в здании заменят межпроемные двери и плитку в санузлах. Всего же в этом году новые окна установят в 9 детских садах и нескольких школах.